Всем привет, дорогие подписчики, а также случайные зрители. В этом видео я для вас снова подготовил подборку крутых тем для вашего смартфона Xiaomi, чтобы сделать его более разнообразным, так сказать, прокачать его по полной программе. Что ж, заходим в настройки, переходим в магазин тем, в мой кабинет. Темы, которые вам предстоит скачать, я название оставлю в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Итак, сейчас посмотрим темы, которые я для вас подготовил. Я здесь уже некоторые из них скачал. Сейчас мы будем на них смотреть. Так, сейчас посмотрим. Вчера я сделал подборку крутых тем в стиле Marvel. Я надеюсь, они вам понравились. Сейчас будет другая подборка. Первая подборка, первая тема. Never Settle V11. Что ж, смотрим, устанавливаем и коротко рассматриваем эту тему. Надеюсь, она вам реально зайдет. Смотрите. Так, идет сейчас применение данной темы в моем смартфоне. Что-то так, видите, немножечко глюк. Ага. Вот, наверное, тема требует некоторых ресурсов из моего смартфона. Да, действительно, это так и есть. Поэтому нужно больше времени. Итак, смотрите, как выглядит состояние блокировки. Ну, в принципе, стандартное, ничего такого особенного нету. Так, меню уведомлений. Ну, такое своеобразное, прикольное. Двигаются названия, названия читабельные. Прикольно выглядят тоже ярлычки. Тоже ярлыки такие вот своеобразные. Менюшка звонков. Так, в принципе, ваши контакты по стандартному меню настроек. Ну, не совсем стандартно. Есть некоторые изменения ярлыков. Все читабельно, все классно, плавно двигается. Очень классная тема. Она мне очень нравится. Что ж, ребята, давайте посмотрим другую тему. Вторую, которую я для вас подготовил. Она называется The Crow V11. Сейчас я ее найду. Так, сейчас я вот. Классная темная тема, она мне очень понравилась. Сейчас мы ее рассмотрим. Так, тема применена. Нужно, наверное, пару секунд подождать, чтобы полноценно все применилось. Сразу значок Wi-Fi. Смотрите, такой темненький, своеобразный прикол. Так, меню уведомлений. Смотрите, ну все в темном стиле. Не знаю, кому как. Ну, в принципе, мне нравится. Так, меню сообщений. Тоже все в темном стиле. Ваши контакты также в темном стиле. Это у вас клавиатура цифр при наборе номера телефона. Тоже все классно. Ярлыки тоже имеют своеобразный вид. Ну, красиво, красиво. Мне нравится, как смотрится меню настроек. Тоже все в темном стиле. Так, экран блокировки сейчас посмотрим. Но такой классный темный стиль. Такой неизвестный, как глаза кошки. И сверху какая-то такая классная, крупная, сильная, мощная птица. Классная тема на самом деле. Я думаю, она вам понравится, если вы попробуете применить. И, наконец, в конце мы сейчас посмотрим третью тему, которую для вас подготовил. Называется Black Cool V10. Black Cool V10. Вот она. Применяем. Сейчас смотрим. Так, тема применена. Пару секунд. Ожиданием. Сейчас. Немножечко нужно подождать. Так. Ну, сразу мы видим меню уведомлений стандартное. Сообщение. Ага, наверное, еще не успела полноценно примениться эта тема, поэтому нужно немножечко подождать, и она требует ресурсов для своего применения. Видите? Нету движения. Только лишь меню блокировки. Так, ладно. Меню блокировки вот так вот классно смотрится. Смотрите, такие вот нестандартные часы. Все читабельно, показываются ваши сообщения. Число, дата, хотел сказать подпись, градусы. И такой циферблат очень, ну, прикольно красивый с секундной стрелкой. Так, ну что, тема, я надеюсь, уже применилась, потому что прошло достаточно времени. О, вот, на заднем фоне написано Coca-Cola. Итак, меню настроек у нас, смотрим, стандартное. Окошко уведомлений стандартное. Ваши вызовы тоже все по-стандартному. Имеются такие своеобразные иконки в квадратном стиле. Ярлыки на ваших приложениях. Но прикольная тема, она мне особенно понравилась.
своими часами на экране блокировки. Вот так вот все смотрится. Классная тема, мне понравилась. Все эти три темы будут в закрепленном комментарии под этим видео. Надеюсь, они вам понравились. Если это так, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо, ребята, всем успехов!